поехали. Сейчас гоняем. Ну что, испугался начальника? Ну я вообще-то в машине ничего не боюсь. А газ 2.0 и уехал. А вот и испугался, Слушай, Енотов, нам надо бы пароль какой-то изобрести. Давай вот я буду говорить, например, позывной енот-кот. А ты будешь отвечать. Фонбок получит бок. Ну что там у тебя, Енотов, новенького? Хочу тебе видео одно показать. О, извини, братан, Енотов, а я не верил. Они и правда совсем другие, чем притворялись. Мне, кстати, русский адресок один дал, надо будет сгонять. А какой адрес? Ну, странный немного, сейчас попробуем, введем. Р. О. Б. О. Т. И в первом же запросе, который на это выдаст, нажать на Little Green Rabbit. Маленький зеленый кролик. И на Фридрихштрассе 200 мы найдем то, что нам нужно. Ну что, рванем? Какой-то и правда загадочный адрес. Все, приехали, выгружаемся, Енотов. Пойдем на встречу с экспертом. Что-то мне начальник не хочется, может, я здесь посижу? Ну ж, пошли, ты там спрячься где-нибудь, найди местечко, прошмыгни, незаметно спрячься и все записывай. Ну хорошо, начальника. О, слушай, номер первый. Здесь было очень тесновато вообще-то. А тесновато здесь было. Ты меня зажал первый. А ты меня зажал второй. Выбираемся из этого бардачка. Ты все слышал? Да, я все слышал. Надо брать этого енота. Он все подслушал. Да, он все подслушал. А прикольная у этого фонбока машинка. Да, типичная машинка вообще-то для полицейских. Сейчас ему тут немножко. Давай мы на ней наведем тут порядок. То это разольем, то это рассыпем. Ты просто показатель юмора. Ты просто юморный показатель номер один. Дайте за это тресну. Давай ему в маску соли насыпем. Или сахара. Или сандель номер 5 для женщина. Ну ты просто образец юмора. Ты просто икона юморная. А давай ему на спидометре 100 миллиардов километров накрутим. Вот он приколится. Это вообще прикол будет. Ну ладно, пошли скорее, а то они все без нас там запишут. Давай только я тебе пора стресну, но пора напоследок. На, получай. Я тебе получай. Ну что, пошли номер один, пошли номер два.